Что читаешь? Островский. «Гроза». Монолог Бориса Григорьевича. Да не его расстраивать-то. Какой хороший человек. Мечтается и счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Уж ведь совсем убитый хожу. А тут еще тот в голову лезет. Ну, к чему пристало? Мне ли уж нежности заводить? Загнан, забит. А тут еще здорово влюбляться вздумал. Женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удастся. А все-таки не идет она у меня из головы, хоть ты что хочешь. Вот она, идет с мужем. Ну и слегка с ним. Ну не дурак ли я, погляди из-за угла, да и ступай домой. Отрывок из монологии Евгения Гришковца «Как я съел собаку». Пожалуйста. Как я съел собаку. Вот представим. Будний день. Зима. Утро. А тебе лет немного, ты в классе шестом. И вот ты спишь. И не спишь. Прислушивайся, что там родители делают? Они там на кухне, холодильник открывают, воду открывают. Утро. Перед школой. Тебе надо вставать. И вот ты думаешь, а может родители про тебя забудут? Это же им надо, чтобы ты в школу ходил. Ты спишь. Прислушиваешься. Не спишь, а прислушиваешься. Они не забыли. Идут будить. И ты вот за это мгновение успеваешь сделать такое жалкое лицо, вот такое, у тебя такое. Это лицо означает, что ты спит ангел, его будить нельзя. Они зашли, не посмотрели на лицо, не посмотрели на крылья, которые аккуратно сзади сложены. Они взяли, включили свет и ушли. И вот этот вот электрический свет, он через веки проникает. И ты вот 5 секунд лежишь, открыл глаза, и все на тебя навалилось. И вот так хочется сесть и сказать: мама, милая, а можно я выключу свет и в темноте один? Или, например, мама, когда ты мог забыть, у тебя же первых 2 уроков-то нету. Или, мама, что-то как-то как прихватило. Ничего не сказал. И пошел умываться. Вот заходишь в ванную, закрыл дверь, открываешь кран, и вот так встал круто. Они же должны слышать, что ты с водой делаешь. Стоял, так сделал. И пошел одеваться. И вот тут, наверное, наступает самый чудесный и неловимый момент дня. Вот когда ты сидишь, натягиваешь одну штанину, натягиваешь другую и замер. Нехорошо тебе, неплохо. Нет никаких желаний. Вот так бы остался жить. И слава тебе, Господи. Они такие: а ну-ка быстрее, ты такой раз. Пошел на кухню, выпил остывающий чай. Съел что-то. И пошел в коридор. Все еще медленно. Так, одел шаг. Пальто или куртку. Так, взял портфель. Сменку. Так, постоял. Поставил. Стал делать ботинки. А ботинки мокрые, вот на них такие разводы соли еще остались. И шнурки не завязывали. Справился. Так, взял портфель, сменку. И пошел вниз по лестнице. Вот дверь.
Какая пружина? Ты такой стоишь на пороге, вот так открываешь, а там зима, утро, холодно, и вон там где-то школа. И еще 4 года учиться. Ты как космонавт перед открытым космосом, вот так тут. И пошел. И ты идешь, главное, вот так. Вы понимаете, да? Вот это вот, чтобы руки рукавов не касались, так теплее. Рядом с тобой такие же бедолаги идут. Мама тянут сонных первоклассников. Все и спят на ходу. А свободорянов везут на санках. И все вот это тянется к школе. А ты можешь отключить свой мозг. Многие эту тропинку уже знают. И вот ты идешь, и вот школа. Саму школу еще не видно, и видны вот такие по 3 окна. Это классы. И свет от них такой ядовитый. Что хочется, как черепаха, втянуть голову в плечи, вот в туловище. И вот ты все равно идешь. Угол школы. Ты знаешь, когда ты повернешь, тебе будет ветер в лицо. Поворачиваешь — точно ветер в лицо. Идешь и видишь вот крыльцо и фонарь. Это вход в школу. И всех туда засасывает, со всех рук. И вот тут на втором этаже такие вот 3 окна. Оттуда свет самый ядовитый. Это кабинет русского языка и литературы. И первые 2 урока — это уроки русского языка и русского языка. Вот ты идешь и боишься. А чего ты боишься? Уроки ты все сделал, мама проверила. Такой-то параграф ты выучил, такой-то параграф ты повторил. Упражнения, не вдаваясь в подробности, о чем там написано, какой смысл. Аккуратно переписал? Переписал. Нужное предложение ты, не вдаваясь, опять же, в подробности, так разобрал. Так, одной чертой, так, двумя, как-то вот так тут. Что-то мне нравилось вот этот штрих-пунктир делать. Нужное слово ты разобрал как-то вот, вот так, потом вот так. Суффикс. Окончание оказалось нулевое. Ты все сделал правильно, мама проверила. А вот ты боишься и еще не знаешь, что учитель-то тебя не любит. Он вообще никого не любит. А потом, узнается то, что учителя нужны были не для любви. Вот это было страшно. Все. Браво!